Вторая глава книги пророка Михея. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руках их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так, — говорит Господь, — вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с вашей шеи и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании перед Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умалился Дух Господень? Таковы ли действия Его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде меня, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду проходящих мирно, отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна эта не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в воссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь».